Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джанна Самайуктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатуру вашча кипасинда бхавача Матитананг павуне бхавишна бибхьо намо намаха Муканг кароти бачаланг пангунланг хайтгирим Ят кипатамханг банди парамананандумадаву Биндавай тусидеппай пиявай кешавасача Шна бхакти паде деви шатта баттвай намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катхо падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадануракта гуру бхакти жукта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхабагнам Авишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панутапал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чарна Аравиндам Ят Пада Паллавана Качандам Аничатая Биспуруджи токема пикапабодушу адарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадикамай кадакипам караса Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака бодато Санкиртанай капитаро камала шатакшо Вишамбаро дижаваро йогадхарма пало Банде жагат приякаро Каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктин ча муктин ча дада синитам Бхаванурупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманго мада парам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Вадане Лакшми Джоша Чабакшаши Джасьясте Хиде Самби Там Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Крипа Синдху Сушанг Пурно Сарва Сатто Пукарака Несприхо Сарватоха Сиддхо
Sarva Vidya Visharata, Sarva Sangsayo Sangscheta, Analasa, Guru Rahita. Gaurya Goshtipati, Gаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиданта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамамса Джагадгуру сказал, когда по наставлению Бхактинот Такура я отправился получить даршин лотосных стоп моего Парамамса Гуру Падмы Гору Кишурдас Бабджи Махараджа, когда я отправился в самый первый раз, я хотел увидеть его лотосные стопы. Но свет, что исходил из ногтей лотосных стоп Гуру Пад Падмы, он меня и гипнотизировал. Я не мог ничего увидеть. Из его лотосных стоп исходил свет. Из ногтей его лотосных стоп исходил свет, который меня ослепил. И он мне доказал, что я совершенно не обладаю никакой важностью. Он хотел доказать мне, ты абсолютно незначителен. Я думал, что я родился в семье аристократов, что я большой пандит. И также моя внешность была привлекательной, я был очень известным человеком, но Гуру Пад Падма мне доказал, что я был абсолютно никчемен. Годя Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, когда я отправился получить даршин лотосных стоп моего Гуру Пад Падмы, он мне доказал, что я абсолютно не обладаю никакой ценностью. Ты бесполезен, сказал он мне. Твое образование, твоя внешность, факт того, что ты родился в семье аристократов, это все совершенно не важно. И по своей беспричинной милости он разбил мое ложное эго. Помещение ложного эго, стеклянные стены этого помещения, они их очень легко разбить. То есть, я хотел получить его даршин, а он разбил мое ложное эго. Гуру Вайшнавы, они самосияющие. Почему они поступают каким-то образом? По какой причине они поступают так или иначе? Никто этого не знает. Почему они поступают так или иначе? Почему они говорят это или что-то другое? Никто этого не может понять. Вайшнавы, они самосияющие. И при помощи моего ложного эго я не могу видеть моего Гуру Пад Падму. Шрила Прабхупада сказал, для начала он разбил стеклянное помещение моего ложного эго, разбил это здание. И тогда мое ложное эго исчезло, и в тот момент я смог увидеть красоту лотосных стоп моего Гуру Пад Падмы. Мне удалось увидеть его красоту, красоту его лотосных стоп. Кунти Деви сказала, мы знаем из Бхагаватама, она сказала Бхагавану Шри Кришне, и это сиддханта правильная, это идеальная сиддханта, произнесенная Кунти Деви. Никто не может доказать, что они свободны, что он свободен от ложного эго. Так или иначе, у всех есть ложное эго.
Может быть, она где-то тайно сидит внутри нас. Открыто мы не видим ложное эго, то есть оно не на поверхности, но оно тайно в нас. Потому что когда у нас не будет ложного эго, это означает, что у нас не будет больше анарт. И когда у нас не будет анарт, мы начнем совершать баджан. И когда мы будем совершать баджан, мы увидим, что есть что. Но когда я полон анарт, невозможно что-то сделать. Поэтому это правильная сиданта, джанма, рождение в семье аристократов, айшвария, богатство, шрота, образование, шри, красота. Я могу привести вам столько много примеров из Шримад Бхагаватама или из других писаний, и вы тогда увидите, что это на самом деле так и есть. Никто не может заявить: «Я свободен от майи, я не нахожусь в иллюзии, у меня нет анарт». Никто так не может сказать. Поэтому самая важная обязанность Гуру Падмы — это разрушить наше ложное эго. И в таком, когда это произойдет, тогда я освобожусь от ложного эго, и тогда я смогу принять анугатию, тогда я буду совершать севу идеальным образом, и тогда я буду прогрессировать в духовной жизни. По-другому не бывает. Джанма, Айшвария, Шрута, Шри. Если вы хотите понять, как положено, как работает здание, как правило, необходимо, чтобы это здание опиралось на колонны, то есть несущие колонны. Джанма, Айшвария, Шрута, Шри. Это четыре колонны, на которых держится все здание ложного эго. Ложное эго, оно стоит на этих четырех колоннах. Поэтому сначала Гурудев, прежде чем дать апракрита дибьягьяну, он сначала разрушает здание ложного эго. Я вам могу привести столько много примеров из жизни Парамамса Гуру Вайшнав, как, например, Нараджи Махарадж. Нараджи Махарадж хотел уничтожить ложное эго Налкуверы Манигривы. После чего братья подумали: да, мы совершили ошибку, но до того, как Нараджи Махарадж их проклял, они совершенно не хотели выразить никакого почтения. То есть нам нужно следовать какому-то этикету, но они не выразили почтения Нараджи Махараджу. Поэтому Нараджи Махарадж по своей беспричинной милости, он дал им благословение. Благословение, но мы слышали, что он проклял их. Да, это было проклятие, но оно на самом деле является благословением. Я хочу такое проклятие. Дайте мне такое проклятие. Прокляните меня таким образом. Нараджи Махарадж, когда он меня проклянет, я тогда получу лотосные стопы Кришны, потому что Кришна, он так далек от меня, и я не могу до него добраться. В Раджавасе поют эту песню на хинди. Это очень красивая песня. Гокуль Нагари, Дур Нагари. Гокул, он так далек от нас. И если я сейчас отправлюсь в путешествие в Гокул со скоростью света, я все равно не смогу до него добраться. Но по милости Гуру Вайшнавов я могу добраться до этого места. Очень легко. Нараджи Махарадж, поэтому он сказал очень важную сиданту. Что это за сиданта?
Нараджи Махарадж сказал, когда кто-то в Майе находится, когда он находится полностью в иллюзии, в том случае, когда кто-то очень богат, тогда он ему наплевать на саду. И я это видел в своей жизни. Кто-то раньше уважал очень сильно саду, но потом он разбогател, стал миллионером. Тогда он стал неуважительно относиться к вайшнавам и стал их даже оскорблять. Поэтому я всегда молюсь лотосным стопам Бхагавана. Не давай мне денег. Не давай мне много денег, мне не нужны деньги. Но для севы вы можете что-то там организовать, достать, поднять фонд. Но мне лично деньги не нужны, потому что если я разбогатею, то тогда я начну оскорблять гуру вайшнав. Я буду думать, что я большая обезьяна, что я раван. Поэтому мне нравится, что я попрошайка, beggar. Поэтому я могу в день прожить на 2-3 чапати, и все, что мне нужно, мне приходит в мою жизнь через вас каким-то образом. Поэтому это своего рода... нас привязывает к материальной жизни, Джан Майшвари Шута Шри. Асато — это значит, что мозг всегда размышляет о материальных вещах. Асато, асат, когда кто-то занят мыслями о не трансцендентном, о материальном. И такие люди, у них очень большое ложное эго, и они всегда заботятся о своем положении и думают о деньгах. Когда я был маленький, я знал одного человека, он был очень беден, он жил в трущобах. И внезапно ему удалось заполучить контракт с арабскими странами, и он стал разрабатывать дизайн для этих стран. И в течение 2-3 лет он так сильно разбогател, стал таким богатым. И он перестал выражать почтение. И потом там началась война, и его контракт прервался, и опять ему пришлось вернуться жить в трущобы. Поэтому Нараджи Махарадж, он может открыть наши глаза. Если ваша бедность откроет вам глаза, попробуйте понять. Если ваша бедность откроет вам глаза, это классно, потому что ваши глаза, каким образом они откроются? Они не откроются. И то же самое сказал нам Триданди Саньяса. Он сказал такие слова. Я уверен, что сегодня Бхагаван Шри Кришна очень удовлетворен мной. Иначе как я мог развить такое понимание, такое чувство? Мне больше 60 лет, и я никогда так не думал, никогда у меня не было такого понимания, но сейчас вайрагья развилась. Значит, я уверен, что Бхагаван, он удовлетворен мной. И я попадаю в такую ситуацию, в которой я не могу держаться за свое ложное эго. И так же поступает гуру вайшнава. Когда у нас есть какой-то след ложного эго, они нас бьют, гуру вайшнава. И тогда мы начинаем плакать. О, все потеряно. И тогда гуру вайшнава нам дадут все сокровища, но не перед этим моментом. Чаша милости, она должна быть идеальной. Гуру Махарадж хочет положить сокровище према бхакти в мою чашу. Но если я не квалифицирован
значит, моя чаша, она негодна. И как я могу за это обвинять моего Гурудева в этом? Как я могу это сделать? Я сам виноват. Вот почему я не получил сокровища. Сокровища есть у Гурудева, но у меня нет чаши подходящей, куда положить эти сокровища. Поэтому Нарджи Мараш, он сказал, это проклятие, оно будет подходящим лекарством для этих двух юношей. Прям как вы говорите, Агьяна Тимирандася, Агьянанджана Шалакая, Агьянанджана, Анджан, вот это вот лекарство, которое... который мажет глаза, чтобы глаза развили зрение. О, я был слеп, наконец-таки я сейчас могу видеть. Если кто-то говорит, Махарадж, у меня нет недостатков, это тоже своего рода ложное эго. Если кто-то говорит, о, Махарадж, у меня нет проблем, у меня нет недостатков, зачем ты со мной так разговариваешь, это не мой случай, у тебя нет права мне такое говорить, у меня все нормально. То есть размышлять таким образом, это тоже ложное эго. Мы на самом деле не заинтересованы в баджане. Если вы почитаете Киртан Наротантакура, вы все поймете. Я вам могу привести бесконечное множество доказательств. Наротантакур, он плакал. Наротантакур, в чем он ошибся? В чем заключается его ошибка? Почему Локанадас Госвами его прогнал? Какую ошибку совершил Наротантакур? Отвечайте. Что он сделал не так? Никакой ошибки он не сделал, но Наротантакур, тем не менее, он не начал возмущаться. О, в чем проблема, в чем дело, что я такого сделал, что ты меня тут отчитываешь? И когда Рупа Госвами Пад накричал на Джива Госвами, когда он его прогнал, убирайся отсюда, я тебя больше не хочу видеть. Джива Госвами, он тоже не начал восстание. Но так называемые ученики Джаганнатдас Бабаджи Махараджа, они возмущались, им не нравилось, что Джаганнатдас Бабаджи их заставлял выращивать баклажаны. О, мы что сюда пришли выращивать баклажаны? Мы пришли сюда, чтобы чтобы воспевать святые имена. Идите, поливайте баклажаны. Бабаджи Мараш, он знал, что они, прикрываясь харибаджаном, что-то совершают, какие-то материальные вещи. Поэтому гуру вайшнавы, они нас занимают такими делами, где-то там что-то мусор убрать, где-то что-то яму какую-то вырыть. Я знал одного махараджа, один из его учеников был очень чанчал большой, такой неспокойный, и он его заставил вырыть что-то типа колодца или ямы, и вот он там целый день копал, 3 или 4 ямы нужно было ему вырыть, и после чего... А он сказал, ну а теперь туда помести деревья и обратно закопай всю землю туда, положи. Потому что ваша энергия — это яд. Иметь энергию — это хорошо. Но поймите, что я хочу вам сказать. Как вы используете вашу энергию — это яд. Поэтому гуру вайшнавы, они хотят вас... Они хотят на вас надавить. Они хотят выдавить яд из вас, прям как в зубную пасту. Когда вы совершаете пуджу и белпатра, листья бела, уже предложенные уже, например, Шивджи, вы их собираете и кладете в какой-то резервуар. Ну, может быть, вы раз в месяц идете на Гангу, и чтобы в Гангу опустить всю вот этот вот просад. Цветы, белпатра. То есть вы целый месяц сюда все складываете, все вот эти вот... То, что остается после поклонения. То есть вы наклоняете резервуар, выкидываете цветы, старую воду,
листья, то есть потом вы промываете сосуд и наливаете воду Ганги и приносите ее обратно. То есть сначала вы наклоняете сосуд, а потом вы его моете и наполняете чистой водой Ганги. Точно то же самое происходит, когда мы предлагаем наши поклоны гуру вайшнавам. Мы наклоняемся, и весь мусор он выходит из нашей головы. А когда мы поднимаемся, мы зачерпываем чистоту. То есть народ Тхакур, он не совершил никакую ошибку, но тем не менее он совершил ошибку. Это было своего рода представление, спектакль. Он не ошибся, не было никакой ошибки. И вот эти вот ученики Джаганнат Дас Бабджи Махарадж, они пришли однажды к Бхактивинода Тхакуру и нажаловались: вот Джаганнат Дас Бабджи Махарадж нас заставляет выращивать баклажаны. И тогда Бхактивинода Тхакур ответил: да, то, что вам говорит делать Бабаджи, вы должны это делать. И какие-то ученики, они совершили оскорбление, и Бабаджи Махарадж отправил двое своих учеников совершать паломничество пешком, а другим двум ученикам он сказал там рыть ямы, там, ну, в общем, заниматься какими-то вот этими делами. Возвращаясь к народу Тхакуру, он не начал спорить с Локанат Дас Госвами. И также Джива Госвами Пад, он не стал возмущаться, потому что Гурудев – это верховный авторитет. Гурупад Падма не отличен от Бхагавана. То, что говорит Гурупад Падма, почему он это говорит, как он это говорит. Если мы возмущаемся, если мы начинаем протестовать, то это также наше ложное эго. Если нет ложного эго, тогда единственный ответ будет: «Да, да, ты прав, Гурудев». Как Наратам Такур в киртане он написал: когда я получу эту золотую возможность, когда Гурупад Падма меня возьмет за руку и приведет меня к лотосным стопам Рупы Госвами, позаботься о нем, когда он так скажет. И когда я получу возможность, когда наконец-то Прианарма Саки на меня наругаются: глупый, не можешь совершать, о, глупая, не можешь совершать правильное служение, делай таким образом. Когда я получу эту золотую возможность, когда все саки манджари на меня будут ругаться: о, ничего ты не понимаешь в служении. Я жду эту золотую возможность, этот золотой шанс. Когда я заполучу такой шанс? Это настроение хороших преданных. Иногда так происходит. Мы думаем: о, Гурудев так со мной строго разговаривает, но он не с тобой разговаривает, не с вами разговаривает. Он вас держит перед собой, держа вас перед собой, он разговаривает со всеми. Гита Упадеш был возможен, когда перед Кришной стоял Арджуна. То есть Кришна перед Арджуной, на самом деле, он дал Упадеш всему миру. То есть с самых азов, с самого начала, карма, карма-йога. И потом он объяснил гьяна-йогу, дьяна-йогу, раджа-гога-йогу, и в конечном итоге он объяснил бхакти-йогу. И вопросы не закончились еще даже тогда. Когда Кришна в первый раз сказал вот эту вот фразу «Свади нам» и так далее, это значит: «Я уже предался твоим лотосным стопам, наставь меня». Тогда почему Арджуна продолжил задавать вопросы?
на самом деле-то он не спорил, но он задавал эти вопросы. Я знаю так много случаев, когда произошло так, что ученик исправился, даже когда Гурудев ему ничего не сказал. Сердце ученика полностью трансформировалось, хотя Гурудев, он даже вообще ему ничего не сказал. Благодаря Ачарану Гурудев передал силу в сердце ученика. Я могу вам привести один пример, так вы можете понять. Много таких случаев было. Даже хромой и тот, кто даже ничего не понимает, они могут добиться успеха. Однажды Джаганнадас Бабаджи Махарадж сказал Бихари: «Бихари, читай Бхагаватам». «О, Баба, ну ты же знаешь, я же не умею читать. Я тебе говорю, читай, открой Бхагаватам и читай. Сядь, открой Бхагаватам и читай». Тогда Бихари сел, открыл Бхагаватам и начал читать. Хотя он не умел читать. Он был необразованным. Могу вам привести другой пример. Падмапад был самым главным учеником Шанкарачари. Анандагири, он был очень такой неважный, преданный. Никто его особо незначимый какой-то он был. А Падмапад, он был проповедником, он знал всю Веданту. И он думал, что он был очень возвышенный ведантист. И однажды Шанкарачарья собрался говорить веданту, обсуждать веданту. В общем, он сел, и Падмапад сказал: «О, Гурудев, ну начинай». «Нет, пусть Анандагири сначала вернется». «Анандагири? Ха-ха-ха, но он же необразованный, что он там в этом понимает?» «Он же, это же Анандагири, он необразованный, он ничего не понимает. Он мурка, дурак». И тогда Шанкарачарья рассердился, но ничего не ответил. И Анандагири, он стирал одежду своего Гурудева. Это была гористая местность. И вот он отправился в обратный путь в тот самый момент. И Анандагири, после того, как он закончил стирку, он положил себе на плечо вещи Гурудева, и Шанкарачарья передал ему силу. И так как это была горная местность, Анандагири, он начал очень громко декламировать веданту. И начал объяснять веданту на ходу. И все услышали это, потому что там было эхо. И те, кто сидели перед Шанкарачарьей, они изумились, чуть с ума не сошли. О, он читает веданту, прям как поэт. И к тому же еще он ее и объясняет на ходу. И тогда Шанкарачарья посмотрел, когда Анандагири вернулся, Шанкарачарья посмотрел на лица своих учеников, и потом он начал класс. И это не придуманная какая-то философия. Я собака своей Гуру Варги. Уличная собака. Гуру Варга, она исчезла из моего материального видения. Но Гуру Варга, она со мной всегда, она там. Если Гуру Варга даст мне силу, тогда я смогу что-то сделать. Кто я такой, чтобы проповедовать вам? Я должен сначала проповедовать перед собой, потому что я себе еще недостаточно напроповедовал. Прежде всего, я должен встать перед зеркалом и начать проповедь перед моим некрасивым лицом, уродливым лицом. И так моя жизнь началась, когда я только в мат пришел, если я поняла, это сказал Махарадж. Грихасхи меня заставляли носить мешки на голове в Гаудия Мат, потому что мы покупали там что-то на рынке, и это было очень далеко.
за доставку нужно было 10 рупий платить, это было очень дорого, поэтому эти грехаски, они на меня ругались и, в общем, меня заставляли носить все эти мешки там и так далее, продукты. Но это на самом деле так и есть. Я кули, я так понимаю, кули – это разносчик. И не только тогда я носил тяжести, но и когда я стал уже заниматься издательством книг, я книги тоже на себе носил и распространял во Вриндаване. Бхагаван, он не слеп. Я уверен, Бхагаван и Гурупад Падма, они не слепы. Вы слепы, вы можете меня выкинуть, можете затеять какие-то политические игры, но Бхагаван, он не слеп. И мое сокровище — это Гуру Варга. Их благословение — это мое сокровище. И вот даже сейчас никто не хочет со мной сотрудничать, но если чего-то хочет Нитьянанда и Гуру Варга, тогда по их милости я могу что-то делать, чем-то заниматься, каким-то служением. Поэтому Гурудев, Гурупад Падма, он может передать силу, если он этого хочет, но внешне он может побить. Шанта Госвами Махарадж, он бил своих саньяси-учеников тапками и ругался, и говорил, не давайте им просад. И Кешава Госвами Махарадж точно так же заставлял поститься учеников своих даже 2 дня. Внешне они могут казаться очень такими серьезными и суровыми, но внутри они намного мягче, чем масло. Это написано в шастрах. Они более мягки, чем цветы. This is the character of Lokottaranam. Those were not from material world. Они не из этого мира, они из духовного мира, и их характер, он таков. Но если вы их неправильно поймете, то вы сможете потерять все. Бхагаван Шри Кришна дал много наставлений Удаве. Удава, он не хотел спорить с Кришной. Удава сказал, о, ты мне столько всего много рассказал, так много дал наставлений, но если ты мне сказал это, то как понять вот это? И тогда Бхагаван Шри Кришна ему сказал очень классную сиддханту. И мы можем начать, то есть не начать, а продолжить обсуждение с предыдущей картики. Эта сиддханта, она очень важная. Если я смогу утвердиться в учениях, данных Кришной, Удаве, тогда мой баджан будет успешен. Мой Гурупад Падма много раз сказал, если вы утвердитесь в учениях Махапрабху Санатани, Санатана Шикша, Рупа Шикша, если вы утвердитесь в Санатана Шикше, в Рупа Шикше, в Рай Рамананда Самваде, никто вас не сможет остановить, ваша машина будет двигаться и всегда будет зеленый свет, проходить на зеленый свет. Санатана Шикша, Рупа Шикша, Рай Рамананда Самвад, никто не сможет вас остановить, не существует такой силы в мире, но если вы не утвердитесь в этих учениях, тогда это будет не так. Вот почему Гурупад Падма написал книгу «Санатан Шикша», написал книгу о Вайшнава-аппарат. Он посмотрел, как большие люди совершали баджан, и он написал в книге, что прежде чем начинать харибаджан, нужно понять, что такое Вайшнава-аппарата. У нас не должно никаких быть материальных представлений о Гурудеве. О, Гурудев, он не понимает чего-то там, или он предвзятый, тогда у нас будут проблемы в баджане. Многие ученики, они неправильно поняли Прабхупаду. О, Прабхупада мне это говорит, а вот ему он это не говорит. Он только мне это говорит. Он предвзятый, Прабхупада, и все. Все потеряно. So no martu buddhya asuyeto sarva deva many guru.
Вы должны это помнить. Удава задал столько много вопросов, но вопросы Арджуны, они отличаются от вопросов Удавы. Арджуна, он начал спорить. Потому что если бы он не начал спорить, тогда у нас бы не было Бхагавадгиты. «О, нет, я не хочу сражаться», — он начал с этих слов. «Но смотри, с тобой Верховный Господь, почему ты придаешь так много значения твоим желаниям, то, что тебе нравится, и то, что тебе не нравится? То, что вам нравится, и то, что вам не нравится, это не так важно. Вы можете придавать этому большое значение, но вы забываете, что то, что мне нравится, и то, что мне не нравится, оно совершенно не важно. Я настолько никчемен, неважен, и настолько я мал. Почему я должен обращать столько много внимания на то, что мне нравится или мне не нравится? Почему я не хочу привести в гармонию, гармонизировать мое сердце с сердцем вайшнавов? Почему я не обращаю внимания на то, что нравится вайшнавам? Или не нравится? В общем, Арджуна начал спорить. Окей, хорошо, я предаюсь твоим лотосным стопам, но научи меня. Но потом он начал спрашивать, все спрашивал. И в конечном итоге, почти когда Гита уже закончилась, Арджуна сказал: «Окей, я сделаю все, что ты скажешь. Все, что ты говоришь, я это сделаю. Но почему ты так с самого начала не сказал, зачем ты заставил Кришну говорить так много?» Окей, это было устроено все йога майей. Потому что если Арджуна был бы готов, то он бы не задал столько много вопросов. То есть это учение для нас. И точно так же Удаве, Бхагаван Шри Кришна, он сказал, Удава спросил: «О, Кришна, ты говоришь оставить, что нужно все оставить, но если я все оставлю, тогда мне придется за это заплатить, я совершу апарадхи». «Нет». И Бхагаван Шри Кришна сказал то же самое Арджуне: «Ты думаешь, что ты падешь, потому что если ты не будешь подчиняться наставлениям шастр, ты упадешь? Нет, я тебе обещаю, у тебя не будет никаких проблем. Ты приди ко мне и оставь все обязанности. Я тебе обещаю, что у тебя не будет никаких проблем. Предайся мне». И вот этот ответ, это на самом деле конец Бхагавадгиты, это конечная точка. Сарва дарма паритьяджа. Маме кам шаранам раджа. Агам твам сарапатабьё мокшим свами ма суча. Это конечная точка Бхагавадгиты. Потом там что-то еще было, но это научный конец Бхагавадгиты, Сарва Дарма Паритьяджа. Я возьму на себя ответственность за твою жизнь, предайся мне. И то есть ответственность за мою жизнь, она в руках Гуру Падмы. И Бхагаван Шри Кришна, он сказал Удаве: «Удава, я тебе дал столько много наставлений, я начал свое повествование с объяснений позиций материальных людей, и потом я поговорила о карме, викарме, кармарпан. Я тебе рассказала о стольких многих вещах, я тебе даже о йоге рассказал, как контролировать дыхание. Я тебе все поведал. Я тебе рассказал об арчане. Но если ты думаешь, что я все это сказал тебе лично, тогда мне даже как-то неудобно. Я тебе столько всего много рассказал, потому что я должен был это сделать. Но если ты думаешь,
что твой друг, то есть я, тебе дал эти наставления лично тебе, чтобы ты всему этому следовал, тогда мне даже неудобно становится. Ты подходящий сосуд, где я могу держать все вот эти вот блюда, парамана, пушпанна, чана, раса и так далее. И ты можешь эти блюда, явства раздать другим. Я не хотел тебя этому всему учить, но я хочу тебя сделать ачарьей для всего мира. И ачарья — это тот, кто прописывает то лечение больному, которое ему необходимо получить. Поэтому если у кого-то есть какие-то привязанности, он может получить одно лекарство, другое. Если он, у него какие-то другие привязанности, он может получить другое лекарство. Но в итоге ты должен будешь всех сделать преданными. Но преданность — это не что-то такое очень простецкое. Поэтому если ты подумал, что это я тебе все сказал, то мне даже неудобно становится, потому что ты мой чистый преданный. Я уже сказал, что между мной и Удавой нету разницы. Даже молекула, она очень маленькая, атом. Даже в нас нет этой разницы, величину одного атома. То есть Удава, он не отличен от меня, это слова Кришны. Почему тогда Кришна дал эти наставления Удаве? Я хочу тебя сделать ачарьей. А, я с тобой разговариваю так жестко. Я так понимаю, Бабджи говорит кому-то. Я с тобой разговариваю так жестко, потому что я хочу научить всех остальных. Я говорю это все тебе, но держа тебя перед собой, я это говорю всем. Не делайте так. Бхагаван Шри Кришна, в общем, сказал таким образом. Держа тебя перед собой, я на самом деле говорю, передаю эти учения всем. То есть не думай, что это все для тебя применяется к тебе. Сегодня очень особенный день. Санатана Госвами Пад — это Ачарья Самбандагьяны. И в этот день он оставил этот материальный мир. И в то же самое время сегодня у нас есть возможность поклоняться Акар Гуру Татве. Сегодня тот день, когда неважно, кто к какой сампрадае относится, сегодня мы можем предложить наше поклонение всем ачарьям. Ачарья имеется в виду садгуру. Я не собираюсь поклоняться тем, кто падшие души. Сегодня мы поклоняемся всей гуру татве, всеобщей, всецелой гуру татве. Всем ачарьям из Рамануджа сампрадая, из Мадхава сампрадая и так далее. Все те садгуру, которые явились в той или иной сампрадае, подлинной сампрадае. И я вам уже рассказал об этом, что существует два понятия: самасти гуру татва и вьясти гуру татва, индивидуальная гуру татва и всеобщая гуру татва. Индивидуальная гуру татва означает, что ваш гурудев, он, например, является в форме Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж. Мой гурудев явился в этой форме, твой гурудев явился в этой форме. Но это не применяется ко всем подряд. Я вот сейчас говорю о садгуру, не о каких-то падших гуру. Мой гурупад Падма, он явился в день Чатурдхи, это вторая лунная половина месяца, 14-й день, прямо перед, за день до Дурга-пуджи. И в тот день я предлагаю моей Пуспанджали, моему гурудеву, я провожу ему Вьяса-пуджу. А ты соблюдаешь другие титхи, другой день. Ты ученик Бхакти Хрида Ванадева Госвами Махараджа.
Бхагаван уже сказал, заявил это несколько раз. Ачарья мам виджаният. Будьте уверены, что я есть Ачарья. Никогда не пытайтесь неуважительно относиться к Ачарьям, даже во сне. Ачарья, Ачарья мам виджаният. Я Ачарья. Никогда не пытайтесь неуважительно относиться к Ачарье. Я сам снисхожу в форме Ачарьи. Бхагаван, сам Бхагаван, он являет себя в форме разных садгуру. Сам Бхагаван снисходит в форме разных садгуру. Ачарья мам виджаният. Сакшат даритвина из Гуру Аштакам. Сакшат даритвина самасра шастрей. Твой Гурудев, мой Гурудев, ее Гурудев, его Гурудев, все вот эти вот Гурудевы, они являются в определенный день, и вы должны выражать почтение вашему Гурудеву, особое почтение в этот день, совершать Ясапуджу. Но сегодня Гуру Пурнима, сегодня мы поклоняемся всеобщей Гуру Татве. Существует 4 сампрадаи. Но по желанию Бхагавана я уже опубликовал одну книгу, в которой я задаю такой вопрос. В чем ваши сомнения в отношении Мадхва Гаудия Сампрадая? Я дал уже все ответы на все вот эти вот сомнения и вопросы. Эта книга написана на бенгали, нужно ее перевести на английский, но мы заняты только ложным эгом. Я могу получить огромную энергию, когда я буду находиться в гармонии с моим Гурудевом. Сегодня особенный день. Бабаджи ругается, потому что кто-то там дрелит, сверлит, и что не предупредили рабочих, что в это время не нужно шуметь. Сегодня мы совершаем пуджу всем гурудевам, всем садгуру из всех сампрадай. Наш Гурудев это Баладауджи Махарадж. Мы не находимся на таком уровне, чтобы считать Радарани нашим Гурудевом изначальным. Поэтому для нас он Баладауджи. Сегодня ушел из этого мира Санатана Госвами. Рагунат Дас Госвами, кто является Прайоджан Татва Ачарья, Ачарья Прайоджана Татвы, он сказал такие слова о Санатане Госвами. Я был совершенно не заинтересован отведать расу, ту трансцендентную расу, пракрита расу, но он силой меня заставил испробовать, испить эту расу. Это его нескончаемая крипа, милость. Вайрагья-йога-бхакти-расам-праятна-ирапайя-ятмам-анависаманна-кипам-бхадриясу-парадукша-дукши.
Sanatanam Tvam Prabhumasvaya. Endless keep up Sanatan Goswami. Неисчерпаемая крипа Санатаны Госвами. День и ночь вы должны плакать по рупе Санатане. Иначе невозможно. Невозможно, что вы сможете совершать идеальный баджан. Прикрываясь баджаном, вы можете что-то, чем-то там заниматься. Иногда мы думаем, что мы совершаем гуру-севу, но мы не знаем, что под прикрытием гуру-севы мы совершаем севу самим себе. Прабхупада Бхактин Такур, они объясняют, что иногда кажется, что мы совершаем служение гуру-деву, но иногда мы просто держим гуру-деву перед собой и совершаем севу самим себе. Вот почему наша Гуру Варга, она нас всегда предупреждает об этих вещах. Нам нужно запомнить один момент, помнить об этом, когда Джагананда Пандит отправился во Вриндаван. Махапрабху ему дал следующее наставление. Хорошо, ты можешь отправиться во Вриндаван, но будь осторожен. Ты не должен терять общество Санатаны Госвами. Даже секунду тебе не стоит находиться вдалеке от него. Почему Махапрабху так сказал, что Джагадананда Пандит — это ребенок какой-то, что Санатана Госвами его должен нянчить на ручках? Нет. Причина, по которой Махапрабху так сказал, это чтобы нас научить, что Санатана Госвами — это Самбанда Гьяна Ачарья. Без Самбанда Гьяна Ачарья кто может понять, что такое Вриндаван? Я могу купить билет на самолет и отправиться во Вриндаван, или билет на поезд. Но таким образом невозможно прибыть во Вриндаван, попасть во Вриндаван. Невозможно таким образом попасть на Вадвип, да. Никогда это не будет, не представится возможным таким образом попасть в дам. Поэтому Махапрабху, он нас предупреждает. Санатана Госвами — это Ачарья Самбанда Гьяны, поэтому мы должны всегда находиться в его обществе. Мы не можем покинуть его общество даже на секунду. Это было наставление Махапрабху Джагадананде Пандиту. Джагадананда Пандит — это возвышенный, преданный, но тем не менее. Санатана Госвами, он нам показал, как совершать баджан. Есть этот киртан, написанный Бхактинода Такуру на основе Манас-Шикша. Это моя просьба к вашим лотосным стопам. Если вы, по крайней мере, должны слушать Харикатху 2-4 часа в день, если не больше. Две харикатхи в день вам нужно слушать. Одну или две. И тогда вы сможете себя спасти. Слушайте харикатху постоянно, каждый день. Санатана Госвами, он жил во Вриндаване. Это вечный спутник Кришны. Он жил во Вриндаване. Но как он там жил? Я был очень осторожен. Я хотел следовать его примеру. И вот почему я всегда был осторожен, всегда следил и смотрел, чтобы не совершить, не дай Бог, аппаратхи какие-то. Я хотел следовать Санатана Госвами, как он жил во Вриндаване. И я это совершал под руководством Враджаваси. Это единственный способ.
Вы можете жить во Вриндаване только под руководством Враджаваси. Невозможно купить квартиру на Говардане. Может быть, она стоит 18 лаков, то есть 8 миллионов рупий, или там сколько-то миллионов, и вы можете там жить. Я вам могу показать, есть один человек, он богат, он купил квартиру, в общем, он там сидит на террасе или где-то и напивает кофе. Но Говардан — это не то место, где можно этим заниматься. И Навадвип точно так же не является таким местом, где можно так жить. Навадвип, он не отличен от Вриндавана. Прабхупада объясняет, кто такие Враджаваси. Враджаваси — это те, кто 24 часа в сутки, всю жизнь, они пытаются удовлетворить Кришну. Они только заинтересованы в его интересах. Интересы Кришны — это их интересы. И это возможно только для Враджаваси. Мы можем купить фруктов или цветов, но мы не можем так жить, как живут Враджаваси. Они всегда пытаются служат Кришне. Даже Кришна, он сдается перед Враджаваси на Париагам. На Париагам. Даже если я буду пытаться отплатить вам целую жизнь Брахмы, у меня это не получится. Я могу попробовать. Если мне удастся заполучить жизнь продолжительностью в жизнь Брахмы, если я буду всю свою жизнь пробовать вам отплатить, мне это все равно не удастся. Поэтому пусть же наградой вам станут ваши славные дела. Бхакти Враджаваси — это рагатмика бхакти. Враджаваси служат Кришне, и их бхакти — это рагатмика бхакти. А те, кто находится под руководством рагатмика бхакти, они рагануга бхакти. Рагатмика бхакти, она возможна только в случае Враджаваси. Это идеализм для нас. Это только возможно для Враджаваси. Мы, когда мы следуем по стопам Враджаваси, мы совершаем рагануга бхакти. И Рупа Госвамипад, Санатана Госвамипад, Джива Госвамипад, Рагунат Дас Госвами, все они все Враджаваси. Они все Враджаваси. Внешне они пришли из разных мест, из Бенгалы там, и других каких-то мест, но они Враджаваси. В одной форме они служат вечно Кришне, а в другой форме они проявляют лилы Гуранги. Санатана, Рупа, Гопал, Бата Госвами, Рагунат Дас Госвами. Кто нет? Все они Враджаваси. Потому что они всегда преследуют интересы Кришны. Каждую секундочку. Не то чтобы они там служат немножечко, а потом отдыхают под кондиционером. Гуру Варга никогда не жаловалась: «О, ты на нас давишь очень сильно». Никогда так не говорила Гуру Деву. Мадхава Госвами Махарадж, он никогда такие слова не произнес: «О, Прабхупада, я вернулся сейчас только за 1500 километров, я находился, и ты меня отправляешь сейчас на другое служение». Он так никогда не говорил. Вот они в Раджаваси, они совершают служение без перерывов. И вот почему написано, что они совершают санкиртан 24 часа в сутки, всю жизнь. Они не отдыхают. Они едят сухую чану, это нут, жареный нут или мука жареная. Вот они кушают такое блюдо простое.
и совершают баджан денно и ночно. Такова их жизнь. И нет никаких перерывов в служении. Вот таким образом они слушают Санатану Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад. Вы можете сойти с ума. Как это возможно, Махарадж? Как можно совершать служение денно и ночно? Они даже не отдыхают. Нидра значит спать. Есть. Они забывают об этом. Они не отдыхают и не спят. Когда ваше тело станет апракрита, что значит станет? Когда появится ваше трансцендентное духовное тело, когда вы получите крипу сварупа шакты, и тогда у вас не будет ни голода, ни жажды. Мадхавендра Пурипат, он жил спокойно, без просада. Кто ему просад приносил? И он был полностью удовлетворен нектаром бхакти. Бхагаван сказал: «Мои бхакти амритана». И я вот этому примеру хотел следовать очень тщательно. И как Санатана Госвами, он жил во Вриндаване, как он общался с Враджаваси. Он путешествовал очень часто. Я тоже путешествовал, но, конечно же, не так, как Санатана. Санатана Госвами, он... И все Враджаваси, они знали Барей Баба. Барей Баба значит старший Баба. А Чоте Баба — это Рупа Госвами Пад. Санатана Госвами Пад, он путешествовал почти что... круглогодично, и он не привязывался к месту, в котором он ночевал, где он ночевал. Санатана Госвами, он даже когда спал под одним деревом, если дерево было удобное какое-то, густое очень, что там тень оно хорошую давало, и дождь его не беспокоил. Он никогда не говорил: «О, какое классное дерево, останусь-ка я здесь на подольше». Нет, он всегда менял, спал под разными деревьями. В Расастали Баларам Прабу, там есть такое дерево баньяна огромное, и оно откидывает такую тень, там так комфортно сидеть под ним. Но Санатана Госвами, он так никогда не думал, не было у него таких мыслей. Он каждую ночь менял дерево, чтобы не привязываться. Санатана Госвами путешествовал в течение целого года, круглогодично. И практически все в Раджаваси в те времена, они знали его, и они постоянно плакали, когда Санатана Госвами путешествовал по Севе. И когда он возвращался в какое-то место, например, после того, как он не был там 6 месяцев, в Раджаваси на него ругались: «О, где ты так долго был? Почему ты вернулся только сейчас? Где ты был так долго?» И тогда Санатана Госвами, он кого-то спросил: «Дочка вышла замуж уже?» «Да, да, вышла замуж, а тебя мы не пригласили, потому что где ты был?» И что муж дочки чем занимается? Вы могли бы подумать, что это какие-то материалистические разговоры, но это баджан Санатана Госвами. И точно так же я жил во Вриндаване. Я, как правило, садился на такую скамеечку, кроватку, которая снаружи дома находится, и мы там разговаривали. Я что-то просил милостыню и потом уходил. И если вы попадете в Гакул и покажете мою фотографию, спросите у Раджаваси: «Знаете бабу?» Да, они вам ответят. И там в Раджама они на меня постоянно ругались: «Почему ты вчера не пришел?» Одна Враджама мне сказала: «Я тебе приготовила параманны. О, ма, не ругайся на меня, мне другая мать приготовила просада, и как бы этого было достаточно». И вот она на меня ругалась: «Почему ты вчера не пришел? Все испортилось». Но у них есть такое право ругаться на меня, потому что их отношения со мной построены на любви. И они даже не стеснялись. У нас были такие хорошие отношения, что они меня считали своим
ребенком. У них были свои дети, и они думали, что вот еще один ребенок пришел. И даже вот одна враджама, она кормила грудью своего ребенка, и я когда там мимо проходила, она меня звала к себе, она даже не стеснялась. И я сейчас думаю, что вот это да. И они давали мне чапати, сядь, кушай, и они не стеснялись. Они знали, что я их сын. И такие отношения нам нужно развить в раджаваси. И никогда я не ругался с враджавасами. Такого не произошло ни разу. Ни с кем я из враджаваси ни разу не ругался. У нас всегда были отношения очень теплые. Что на Сурья-Кунде, что в Гокуле-Махаване, в Говардане, на Говардане. Где бы я ни проживал, я никогда не ругался с враджаваси. И это период, золотой период моей жизни. Я совершал Говардан-парикрам каждый день. Иногда даже 2 парикрама в день совершал. 48 километров я совершал парикраму и плоды отдавал Гуру Вайшнавам, Бхактивал Кирти Госвами Марадж. Потому что если я оставил бы себе результаты, то у меня могут быть какие-то анартхи. Я мог бы спросить Говардан что-то такое, что было бы очень опасно для меня. Поэтому я отдавал результаты Гуру Варге. И в последние 2 года я делал парикрам. И я отдавал плоды каким-то там больным. И даже твой Гуру Махарадж знает, я однажды отдал результат парикрама даже привидению. Я знаю, что я совершаю парикрам даже для вас всех. Если вы захотите со мной совершать парикрам, вы увидите, что я сумасшедший, вы найдете во мне много недостатков. Я так понимаю, что Бабаджи объясняет, что он один совершает парикрам, чтобы никакие мысли не посетили кого-то. Санатана Гусвами — это Ачарья Самбанда Гьяны. Мы можем получить все у него. Но без Санатана Гусвами Пад мы не можем продвигаться в нашем баджане. Сегодня Гуру Пурнима. Враджаваси сегодня плачет. В этот день в Раджавасе были в трауре, они побрили свою голову в честь Санатана Гусвами, когда он ушел. На Враджавасе, на языке Враджа, это Пурнима называется Мурия. Мурия называется, это имеется в виду побриться. В общем, в этот день в Раджавасе побрились. И я предлагаю дандаваты лотосным стопам всем садгуру в этот день. Санатанам твам прабху масвраями. And other sloka I started with. What is that so? Kipa sindhu susang puruno. Kipa sindhu susang puruno. This sloka I told. Today I will have to stop here. Banchakalpa drushti kipasana. Patitanpa.